Еще одна песня Дэнни Лакана с этого альбома, называется Bad Old Songs, Out of the Zadida. Старая добрая зла. We know bad old days. Я шел за тобой вдоль границы, скрывались во мгле, и солдаты стояли, в нас не стреляли, при старом добром зле. Что ты скажешь, как было, не очень-то мило, весь мир, как закрытая дверь. Мы на кухнях берлинских бухали с тоски, нам внимали жучки, коих нет уж теперь. Каждый штамп в моем паспорте был, как печать поцелуя, что ты мне дала. Этот мир некрасивый хранят лишь архивы старого доброго зла. Так, психоаналитический куплет.
Петрович красавец надыбал волка в дом, погладил по башке, дал каши миску, сказал: паси моих овец, жене овчарка в лоб. А волк ему в ответ открыл пиписку. Ну что, ребята, скажете, как понимать, прикажете, как волка не корми. А он все смотрит в лес, он любит жить с людьми, но еще больше без. Спляшет и сам с ягненком ляжет, но в нашей жизни нет таких чудес. Возможно, он стал чище, но все же он волчище, и как его ты не кормил, он смотрит в лес. Приходит слесарь к мужику чинить водопровод и говорит: трындец, меняем трубы. И вот уже жена с детьми у бабушки живет, а муж плывет со слесарем до Кубы. Ну что же получается, ну как вам это нравится? Так волка не корми, а он все смотрит в лес. Ведь это волк, пойми, ему не скажет «yes». Ты думал, это просек, хотел задать вопросик, а он тебе в курят нет уж залез. И как его ты не корми, он смотрит в лес. Приятель родом из Баку, он очень был не глуп, умел играть Чайковского на скрипке. Теперь он поваром в полку солдатам варит суп. Как слышит марш, так делает ошибки, что Александр Герцевич забыл добавить перцы. Дичь как волка не корми, а он все смотрит. Но пими, и с той поры исчез. Но полонник или дворник, субботник или вторник, он Шуберта валяет вдоль диез. Ведь это волк волчара, он жил в лесу сначала, и как его ты не кормил, он смотрит в лес. Они зашли в твой дом, забрали лучший карандаш и написали шопа на комоде. А ты закрутишь Уики Вулф и им за все расскажешь, расценишь их при всем честном народе. Но помни, волк отвязанный гуляет безнаказанный. Мать строчить и в книжках загибать углы страницы, читая цен, сумел легко седая обучить. За 20 лет, ну надо ж так случиться, зашел к соседке Машке я и снова во все тяжкие. Я как волка не корми, а он все смотрит в лес. Что делать, мол, на миг, когда попутал бес? От мысленного волка не будет много толка. Скажи, какой тебе тут интерес? Мое послушай слово и уклоняйся злого, а волки пусть идут себе подальше в лес. Evil and turn away from evil. А волк